Шокирующая новость пришла сегодня из Перми. В местном университете студент расстрелял учащихся. 8 погибших. Но жертв могло быть гораздо больше. Первым на пути стрелка стал охранник, пытавшийся преградить ему путь. Обезвредить нападавшего сумели сотрудники ДПС. Они будут представлены к наградам. 21 сентября в Пермском крае России объявлено днем траура. От имени белорусского народа и себя лично президент Александр Лукашенко направил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших, а также выразил слова поддержки пострадавшим. Вооруженный человек ворвался на территорию кампуса вуза, где в тот момент находились около 3000 студентов. Часть из них закрылась в аудиториях. Некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в 8-м корпусе, где нападавший открыл стрельбу, началась эвакуация. Стрелка задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа. Он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь. Я побежал к главному входу, спросил также очевидцы, где слышна себя. Они сказали, на втором этаже. Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестникам, окрикнув я ему «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону. Молодого человека экстренно госпитализировали. Состояние его оценивается как тяжелое. Установить личность не составило труда. Студент первого курса Пермского университета Тимур Бекмансуров. Накануне он оставил в соцсетях послание, в котором раскрыл мотивы чудовищного поступка. Парень замышлял кровавую бойню с 10 класса средней школы. Признался, что ненавидит себя и другим стремился причинить боль. Сегодня администрация ВКонтакте оперативно заблокировала страницу подозреваемого. Стояли с друзьями на проходной, как раз перед парами, возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся. Вот он в 20 метрах здесь стоит с дробовиком. В разные стороны разбежались. Кто куда, ну, вроде никого не зацепил здесь, слава богу. Это он как раз вот по нам стрелял, попал по моей машине. Бекмансуров владел охотничьим оружием на законных основаниях. Приобрел ружье в мае этого года, сообщили компетентные органы. Намереваясь устроить массовое убийство, сегодня прихватил с собой еще и патроны и нож. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого им велась стрельба, задержанный приобрел в мае текущего года. К сожалению, не первый драматичный случай в российских учебных заведениях. В Казани в мае этого года в гимназии 175 открыл огонь бывший ученик. Тогда погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший находится под стражей. 14 ноября 2019 года учащийся стрелял в Амурском строительном колледже в Благовещенске. Тогда погибли 2 человека, включая самого стрелка. 5 пострадали. Паника среди очевидцев и пострадавших, фатальная растерянность и недоумение в руководящих и общественных кругах. И самое страшное – боль и безысходность в душах родственников жертв трагедии. Это беда, которую принять никак нельзя. И остается щемящий вопрос – можно ли было подобное предвидеть и предотвратить? И, как всегда, вопрос остается открытым. Елизавета Казакова, Михаил Другаков, Андрей Семченко, агентство «Теленовостей».